Пока наши защитники выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО, их семьям оказывают всестороннюю поддержку. Без внимания не остается ни одна просьба. В Химках семьи мобилизованных находятся на особом попечении администрации, а также депутатского корпуса. В преддверии Нового года организовали дружеское чаепитие, на котором вручили подарки детям бойцов. Когда на готов пойдешь, как раз... Подарить улыбки и счастье – задача мероприятия. В лицее номер 21 создали по-настоящему теплую атмосферу, наполненную ощущением новогодней сказки. Уже четвертый год в микрорайоне Сходня мы проводим акцию предновогоднюю, которая называется «Круг добра». Два последних года в ней принимают активное участие члены семьи участников специальной военной операции. Ежегодно мы собираемся здесь, в 21-м лицее, для того, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, отметить этих детей. Для каждого юного химчанина подготовили праздничный пакет с подарком, а также сладости. Какой Новый год без вкусных конфет? Поздравлением присоединился муниципальный депутат Руслан Шаипов. Пообщались буквально в неформальной обстановке, поздравили друг с другом с наступающим Новым годом. И, безусловно, у нас единое новогоднее желание, чтобы наши бойцы, наши химчане, как можно скорее вернулись домой, и чтобы наши семьи, во-первых, воссоединились и впредь все праздники встречали вместе. Акция «Круг добра» организована партией «Единая Россия». В новогодние каникулы для семей мобилизованных организуют различные мероприятия. Это мастер-классы, новогодние спектакли и представления. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.